Играли с командой «Арсенал», выиграли 6-4. Пару слов по игре. Это Эрвин все купил. Добрый вечер. Этим все сказано. Выиграли, да, у «Арсенала», как ты уже сказал. Но игра получилась очень сумбурная, то есть отрезками получалась игра у нас, получалось. У них первый тайм, мне показалось, «Арсенал» играл лучше, но как бы в конце мы забили. Вот. Во втором тайме тоже в самом начале забили, потом нас вообще чудом простили просто. Вы посмотрите в обзоре. И мы забили еще один быстрый гол. Вот. Ну и в целом, под конец только еще. Все, это все? Нет, еще не все. Под конец расслабились, пустили два гола, но счет победно удержали. «Арсеналу» хочу сказать спасибо. Команда очень корректная, с ней приятно играть. Вот. И удачи им в дальнейших дней. Так, играли сегодня с командой «Вулверхэмптон», проиграли 4-6. Пару слов по игре. Играли с сильным соперником, действующий чемпион Англии. Мы вроде все собрались сегодня. Вот. Отдали середину встречи, к сожалению. Вот, парни боролись все до конца, защитники молодцы, вратарь молодец. Вот. Нападающим надо реализовывать моменты, были у нас моменты. Вот. Так, в принципе, счет по игре, все правильно. А что скажешь по игре вот этого бородатого мальчонки? Очень грустно. Очень грустно. А вот Ара. Отлично. Ара, отлично. Ара, как всегда. Ну все, спасибо, удачи вам. Спасибо.